По данным Национального бюро кредитных историй, сегодня соотечественники все чаще обращаются в банки для оформления кредита на разные нужды. Мы обратились к посетителям банка с вопросом о том, на какие цели им нужны заемные средства. Ремонт сделать или купить автомобиль. Нам сейчас идут газ, в первую очередь. Хотелось бы взять деньги на газ. На ремонт жилья, я считаю, или строительство дома. Потребности у всех разные и оттого разные суммы кредита. При этом его средний размер в России неуклонно растет. Так, в апреле 2018 года он составил 209 тысяч рублей, хотя еще в марте был почти на треть ниже. Растет процент тех, кто приходит к нам за суммами шестью нулями – миллион, два и даже больше. В таком случае им не подходят стандартные продукты. Но для них Банк Восточный готов предложить кредит под залог недвижимости – продукт с очень большим финансовым потенциалом. Оформление кредита под залог имеет свои преимущества. Главное из них – возможность совершить крупные приобретения. Риск остаться без жилья минимален. Международная практика использования заемных средств под залог имущества хорошо зарекомендовала себя в нашей стране. Максимальная сумма, которую можно оформить в Банке Восточный, составляет 30 миллионов рублей, а ставка начинается от 9,9 годовых. Эти два фактора, плюс неограниченные возможности применения средств, обеспечивают кредиту популярность. К тому же, получить денежные средства можно еще до окончания регистрации объекта залога в Росреестре, а снятие наличных бесплатно. Реализовать свои планы сегодня, пожалуй, легче, чем когда-либо. Для этого достаточно обратиться в Банк Восточный за кредитом под залог недвижимости. Анастасия Бертенева, Алексей Фризин. Наши новости.